При этом сказать, чтобы он являлся себя уж совсем большим игроком, 197 сантиметров в лёжке. Но сейчас все-таки чуть-чуть не повезло. Ремезов, как он сражается в защите. Сначала его бросили на Эртеля, сейчас он обороняется против Хэма. Но... потому что у Зенита получается такая небольшая голевая засуха. Возможно, сейчас ее удастся прервать. Сражаться под кольцом, но вот при этом со временем эту массу он набрал. И сейчас вопрос о баскетболе, что Якушин не боится совершать такие броски. У него уверенности хоть отбавляй. Вернуться в защиту, отбиться, Эртель. Скидка на периметр, Холмсли, три очка. Сравнивает счет Калиб. Только в этом матче, но и по ходу сезона понимаешь, что вот эти механизмы, что у Хамьера Паскуаля, что у Василия Красивича, по-прежнему не видим. Томас Эртеля, Кулагин на Карасева, и тот забивает. Скидка на Карасева. Казалось, что немножко поздно он ее отдавал. Трей Томпкинс. Ройс Хэм. Но все внимание, конечно, к французу. Эртель с мячом. Эртель идет под кольцо. И победный данк от Ройса Хэма. Бросок со своей половины. Нет, не точный. Ройс Хэм приносит победу «Зениту» броском сверху на последней секунде основного времени. Дебютант питерской команды, который проводил свой второй матч за коллектив Хавьера Паскуаля, сейчас приносит своей команде очень важную победу.